ходили мы в парк. 7 часов утра. Дэниел решил, козюлька, да, наша козюлька, да, выскуливает. Перестань. Говорит, 20 минут слушать это скуление. Доброе утро, у нас 7 утра. We might run into the husky pack. Saturday. Говорит, может, хаски будут там. Здравствуйте, ку-ку, Эдуард. Да, Дэниел. Говорит, сегодня, наверное, будет 30 хасок. No. Алексей, привет. They do that Sunday, Friday and Sunday. О, Sunday. Вот видите, в какое необычное время я вышла. У вас 4 часа, да? Собачья красота. Да что ж ты, позеваешь. You're gonna break your jaw. Сломаешь, говорит, челюсть, позеваешь так. Привет, Лидия. Красоту не говорите. Видите ли, ей гулять стало скучно. Она начала капризничать, не хочет мой маршрут проходить. Привет, Дениска. Но дело в том, что Дэниел посчитал, что она скучает. Посмотреть рыжую хаску. Она, наверное, там не будет. Добрый день, не знаем. Daniel, they say hi for you. Good morning, all. Вот, говорит, good morning вам. Привет. Привет. Да, в Сочи. Хорошо. Видите, по-русски заговорил. Хорошо. Вот Самара, she look like want to sleep. Yeah. Позевает, едет. She's like, how come all these lights are red? Ей не терпится, конечно, да, скулит еще как. 22 minutes. 20 минут нам ехать до парка. Люба уже в эфире, шок. Вот так, Виктория. Пришлось мне. Видите? Play and go swimming. Нет, не надо на работу. У меня 2 дня выходных. Run with the other doggies. 2 дня выходных. Перестань. Нет, щенков у нас не будет. У нас уже все под контролем. Который час? 7 часов утра. They say you have to study Russian. Да. Перископлю, да. Когда видео из синего кресла, что вы хотите, чтобы я рассказала? In Florida you gotta study Spanish. Да, говорит, во Флориде вообще-то надо знать испанский, потому что в основном говорят по-испански, даже переводят везде теперь на испанский. Во Флориде. Сочи, это мое кофе. Дэниел кофе заказал, прям как у нас. I looked to see if they had hot chocolate, they didn't. They say hi, Daniel, you look cool. I'm cool? Yeah. They know who the Fonz is? Yeah. Oh, they do? Okay. Of course. Шоке Эдуард. Очень идет. Да, стоп, Сочи. Ну что, кто будет слушать твое скуление здесь? People think we're beating you and abusing you. Yeah. Выскуливают. She's got a whole big back seat back there she won't sit in. Daniel, how are you? I'm fine. Thank you for asking. Он очень счастлив, что едет со своей красотулькой. Стоп! Что едет со своей красотулькой в парк. Он очень рад. People think we're abusing her or something. Да. Где бейсбол? You forgot baseball with Trump, they say. Своя бейсболка. Look up. I wear this because of the sun. Forgot. I didn't forget it. I wear this because of the sun. Шляпу оденет, потому что солнце. And you yell at me when I wear it. Ты ругала меня, когда я одеваю. Don't wear that, start political stuff. Да. Я ему сказала, стоп. Не одевай, говорю, в публичные места. У всех разное мнение, зачем вызывать агрессию. Can't take you nowhere, Sochi. They say you better stop. They don't want to listen, you're crying.
пошла назад, все. And she's got a whole big back seat. Семь утра, честно говоря, не хотела, конечно. Надо бы видео делать. Трамп и Дэниел Кул make America great again. Better than that bitch Hillary. Стоп! Не, кому плохо? Сочи плохо. She's just excited. Да, это у нее просто, она не терпится ей. It's like a little kid before Christmas. Обратно будем ехать, она будет лежать неподвижная. От наркоза отходит. Да не толкай ты мое кофе. Фу. Now what are you doing? Никакого покоя от нее. Hey, I'm driving as fast as the speed limit lets me, Sochi. Нет, он по-русски не говорит, конечно. I ain't getting a ticket taking you to the park. It could be like other dogs where they put you in a cage. Сочи оборзела. Еще как оборзела. Все для нее. Охота, думаете, была вставать в 7 утра? Sounds like a fire truck. А пришлось. Да-да-да. Услышал, что ли, что он сказал? Вот тут не вырежешь. Даниэл, перископ, it's a... I cannot cut stuff. You don't talk political. I didn't talk political. You say something about calorie. I said better than Hillary. Hillary, calorie, whatever. They started it. Идет такая форма очков, спасибо. Я на свои одела. Oh, Daniel, I tell people I have mosquitoes. Yeah. And they asking how mosquitoes, you take care of or not? I gotta buy a bomb. Bomb? It's a special thing you burn and it kills the mosquitoes. Бомбу, короче, будут называть здесь, чтобы убить всех их. Там you buy, they gonna eat me up. Пока, говорю. That's because they like you, because you're sweet. Потому что, говорит, любят меня, потому что я сладкая. If you close the bloody back door, you won't have mosquitoes in the house. Пока купит... Tell them you leave the back door open all night and you get mosquitoes in the house. I don't leave the door open. Just like you get possums in the house. Stop, Sochi. They don't bite me. Why is that? Stop. Am I bitter and rotten tasting? Stop. Конечно, избалована. Мы ее для того и завели, чтобы баловать. Терпи. Ну терпи уже. Сейчас скоро поедем. Sochi. Короче, условия, видите, какие. Hey, I'll turn this truck around right now, we'll go home. Сейчас, говорит, домой поедем. Didn't your dad ever say that when you went on a car trip? When the kids were acted up in the back seat? Сочи вообще с ума сошла. Нет, она вот всегда так, когда мы в парк едем. Всегда. Сольный номер, не говорите. Сочи хочет в парк, да, она знает, что мы едем в парк. You gotta go pee-pee? Should've went pee before we left. Она, ей не терпится просто. Терпения не хватает. Город Далтона. А едем мы в Диленд? Диленд. Диленд, где Наташа живет. Баркли парк. Мы были здесь. Баркли сквер парк. Мы были здесь. Это парк с озером. И Сочи будет купаться в озере. How could you be so tired? You didn't sleep last night. Что, зависает, наверное, здесь. All she did was play the cat all night. Доброе утро. 33, да, так там еще есть и мойка специально для собаки, можно помыть. Собаки, мойка? Ну, wash here, place to wash. Yeah, but that, I seen a person do it there, it's not, there's not really strong water pressure to wash her. Ну, понятно, это как вот на всех пляжах. And we ain't got $15. Ну, мы мимо Наташи-то не проезжаем. Наташа вам сама все покажет, как переедет. Как я выучила до сих пор. Но здесь я шоу вэйши гона лив. Стоп. Plan's a big city, it's 90,000 people. I don't know where she's gonna live.
Шерсти, конечно, куча. А что делать? Вот сучья козявка. Еще какая, Дениска, козявка? You're unbelievable. You act like you've never been to the park. Ну да, я обычно не пью кофе. Ну, коль такая пьянка пошла, Дэниел предложил, я не отказываюсь. Хотя, конечно, непривычно я кофе, у меня желудок его не очень. Сочи, милашка. Вот я ему говорю, что, почему не тренируешь собаку? Вот она ему спать не дает. А он говорит, так лучше тогда купить робот, чем тренированную собаку. Он не хочет ее тренировать, хочет, чтобы была она естественная. Собака? Собака это is dog. Dog? Of course it's Sochi's dog. Yeah, I talk about her. So вредно. Ой, кофе это я. Ну, может, в этом году первый раз пью, второй. We should have gave coffee. We should have gave Sochi some Valenium. Да, говорит, нам надо было Сочи валерьянку дать. Возьмите к себе. Вместо кого? Кекс очень похож на собаку. Катасоп. А чем он похож? Гавкает, что ли? Maybe the park's not open. Воспитатель не нужен. Не хочет он воспитывать. Вчера мы с ней беседу проводили в Сочи. Парк? You said walk, I said park, and she came right to me, every time. Она знает, да, это слово. And you even had food. Проявляет, да. Потому что у него настроение хорошее. В Сочи я не буду гавкать, да, Денис. Нет уж. Park, 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 park. Нам хватает этой козявки. Oh, you didn't bring no bread to feed the turtles. Черепашек-то много. Listen to you. Ага, беседуют с нами. Еще та козюля. Silence is golden, but duct tape is silver. There's the light, Sochi, where we turn. Уже подъезжаем. Almost there. Пахать уноситься. Карасик имя тебе. Are you gonna survive? Подъезжаем, она успокоилась. Муся как-то обделена вниманием. Муся обделена вниманием. She's still alive. Муся старая уже. Ей нужен покой. В аквариум тебя, карасик. You make some strange noises. Возраст собаки 2 года, вот встав в Сочи. Рыбки больше обделены, не говорите, я забываю про них, вообще про рыбу. We might run into the guy from Florida Power up here. Why? He was the one making fun of your... He comes to the park? Yeah, he has a dog, he comes to the park here. Uh-huh. He comes to this one in Orange City. He was asking me why I wasn't here anymore. Так я не знаю, он кормит ли вообще рыбок, я вообще не кормлю их. Встав, Сочи, изнылась. Да стат же. See, she knows where we're going. Она говорит, знает, куда мы едем. She's gonna have fun. Стоп. Вот же какая, видите? And she'll sleep all the way home. А обратно будем ехать, будет тишина. Виктории не нравится твое скуление. Who's going to park? Тот не слышал тебя. Who's going to the park? We're not going to park, you're going to the vet. You're gonna get shot. Сейчас, говорит, повернем, говорит, не в парк. Перестань. She don't care, she goes to the vet. There's people there that pay attention to her. Конечно, разбалована. Мы для этого и завели. Нам-то она все равно в радость. Команды он не хочет никакие ей давать и вообще не скулит. Are you gonna pee yourself, Sochi? Here comes the park. Don't tease me, sir. Разница есть. Stop, Sochi. What, she gonna cry? Не, он именно хотел хаски, мечтал всю жизнь. Barkley Square Dog Park. А я когда узнала, что она не гавкает,
посадите за руль, то я обрадовалась, все, подъезжаем мы уже к парку. You gonna drive? Поэтому я буду с вами прощаться. Очень приятно, что вы вышли со мной на связь. Послушали скуление нашей козюльки. Сочульки. Мечтала я ему, позволила эту мечту осуществить. И теперь живу в шерсти, в скулении. Парк с вами, так мне надо кофе держать. Видео еще надо делать. Are we here? Yes? You see another doggy? How much is the doggy in the window? Парк. Так меня на видео будет, я сниму. Yeah, на ютубе. Как я? Еще и кофе хочу. You gonna take coffee? I'm gonna. If you wanna leave it after you finish that, I'll come and get it. Okay. I gotta let her out in the park. Принесет, сказала мне кофе. Where's your leash? Where's your leash? Переключаю вас. Hey, Sochi. Stop acting like an animal. Hey, smart aleck. Все. We'll go home right now. Еще и телефон-то сядет быстро. Вывалилась я из трака. Никого еще и нет. Я сейчас быстренько вам покажу, какой парк. Stop it. Какое озеро в парке. И попрощаюсь с вами. Вот отсюда его видно. Yeah. I'm stronger than you are, Sophie. Видите, какой парк. Озеро там. Огромная площадь. There ain't nobody here, Sophie. Никого там нет. Странно. Вот оно озеро. Come on. Видите, как красиво в парке в этом. Ну, ехать 20 минут. Женя ушли по пончика делать. Вот такой парк собачий. Ой, красивый, да. Деревья. Покасики, Виктория. Вот, все, видите? И мы погуляем. Сейчас пока не жарко. Все, спасибо. До свидания. А то телефон-то сядет. Пока. Вот. Едем домой. Видите, какая разгоряченная. Что у нас было? Не скулит, все. Все, затихла наша. Здесь еще квает, а сейчас еще хорошо глаза открыты, сейчас закроют. She wants to go to sleep, but she's got to be involved with everything out here. Встретила я русскую женщину, и мы с ней пообщались. Устала. Так, а я-то 2 часа прошло. Здравствуйте. Я общалась с русской девушкой, женщиной. Дэниел общался со своей, конечно, этой подругой, она прискакала. У ней нюх. Ну, короче, мне эта русская наша сказала. And see, Nanook's not a husky. Not husky. Все, определил, что не нюк-то, друг-то, не хаски. А вот. Вот. It's not a husky. Mm. It's in the shepherd family, but he's not a husky, but she... А в шортах она была. I mean, just look at his face and his body, and you see how his tail doesn't curl? Не можешь. Хорошо, Виктория. And if you look at his eyes, they're not really what blue. Какое видео? Кто сказала? Русская? Ну, вот эта вот Лилия русская, она говорит... But...
Что-то для подруги, она тоже убежала в другой парк. Едем домой. Everybody's got to compare their dog. Say, this is nice. Так, это видео уже давненько мы сняли. Я думала, пора уже нам новое снимать. Видите? She's got to be involved in everything. Все, успокоилась. Подруга наша. Сейчас еще и заснет, глаза закроет. I don't need people do a crappy job on my car. What means job? It's kids raising money for school stuff to wash cars. Предлагают, да, помыть. But they do a crappy job, then expect you to pay them $15-$20. But what do you think, Shemisa and Minook? Oh yeah, they she play? They played for 4 or 5 months before we stopped them. And they... I talk about today, how she? Oh yeah, they played and ran. Мне некогда было смотреть, я общалась с Лилией. See, Nanook can't run with her. No? He's too gawkly. What means gawkly? Yeah, you watch him when his legs run, they all wiggle out from the side and everything. Oh. He's not a husky. Все, теперь, слава Богу, он определил, что Нанук не хаски, не пара нашей красавицы. He looks actually like a dingo. Dingo? What is it, dingo? An Australian dog. Australian dog? Yeah. Пока не говори, Денис. Теперь все. Короче... I mean, he doesn't have the fur, he doesn't have the mane like her. О, все. Не пара он нам. Like where her face is masked by her mane. Нахваливает Сочи, все. Нинюк, у Нинюка у этого ничего такого нет, как у нашей Сочули. He doesn't have a big fluffy tail. Хвоста такого нет, fluffy. Yeah. He's got big gangly feet. Watch him if you ever see him again when he runs. His back legs just flop around. Короче, он не пара нам. Where she runs nice and smooth. Да, Сочи довольная. Посмотрите на нее. Like a wolf. Довольнюхонько. Под кондиционером. Мне даже ухо холодно. And I told her that before. She gave me attitude. It's like, I have paperwork. Нет, вот к стенке-то не ложится. Видите, все равно на переднем сиденье лапочки свои выставила. Купалась, конечно. Как же она? Все успела. Look at her. Mm-hmm. Your water bottles are the way for her to go to sleep. Мешает бутылка. Да, выходной. Ну вот уже видите, 7 поднял, в 9. Сейчас приедем. Пока. So, you can lay down in the back, baby girl. Отсылает ее. Ложись назад, будет удобнее. Но она, видите, хочет под кондиционером с нами. С нами. I say with us. We've got the best baby. Самое лучшее у нас, говорит. Yes, and you don't have crazy parents. Знаете, Спайсер. Да уж, английский у меня, конечно. Hey, hey, buddy. Yes, you're a good girl. Yes, you are. You're daddy's baby. Yes, you are. Как наша дочка, так все понятно понимают. You will go sleepy? You will go sleepy? Okay, lady, I'm going sleepy. Иди, говорит, спать. It takes 22 minutes, Soch. Takes 22 to get there, 22 to get back. But no talking now, are you? No. Затихло. Да, устала, ага. Стала мордашечка. Турчит на маму. You see how dirty she got? По плану у Сочи спать. А у нас-то... Ну, давайте, счастливо вам. Тихонечко будем ехать. Пока. Всем хороших выходных. Всем счастливо. Проснулась наша красотка. Well, people are going to bed. Идти разговаривать. Send little hearts. Ага, they send. Yeah, I see. I'm driving now. Маруська наша. Ивановна. Спит. Да, посередине. Это Сочуля у нас, девочка. 2 года ей. Don't she smell good now? You can't smell it from here? I can smell it where she sits. Когда собака мокрая, конечно, запашок не очень. Someone went swimming in the water. Флорида у нас. Разгоряченная жара уже стоит. 86 по Фаренгейту в 9 утра. Alligator? Фаренгейт. Temperature. 86.
Разница 86. Sorry, it doesn't have centigrade. По Цельсию как нету. Oh, you just want to lay with your daddy. Ну давайте, пока, всем хороших выходных, до новых встреч. Не забывайте заходить на огонек, добро пожаловать.